Без революции борьбы ничего не изменится. Если людям не раздать денег, никто не выйдет. Нужно людям раздать денег. Ну давайте, ребята, поймем. А кто будет раздавать деньги? Первый вопрос. Второй. Кому нужно изменить эту жизнь? Кому? Вы же в основном, основная часть населения, живете плохо. Если вы плохо живете, и вы говорите, доплати мне за то, чтобы я пошел на митинги, чтобы я себе сделал лучше жизнь. Это же странно. Допустим, вы живете в квартире, у вас бардак, и вы кричите соседу, который более успешный, и говорит, слушай, я здесь у себя в квартире убирать не буду, детей кормить не буду, одежду покупать не буду, я есть не буду. Если ты хочешь, чтобы я здесь жил, а сосед ему говорит, ну ты что, плохо живешь? Ну ты что, на работу не идешь? Ты что у себя там мусоришь в квартире? Почему ты плохо так живешь? Пришел к нему в гости, поразился. А он говорит своему соседу, давай ты мне заплати, я уберу свою квартиру, я буду кормить своих детей. И вообще я готов есть только тогда, когда ты мне за это заплатишь. Что скажет сосед? Покрутит около виска пальцем, скажет сумасшедший и скажет, ну и сдохни с голоду. Правильно? Поэтому очень странно, когда говорят, если вы хотите, чтобы люди изменили свою жизнь к лучшему, надо им заплатить деньги. Вы подумайте, какой комментарий, насколько извращенное сознание у людей, и это опять же виновата наша пропаганда. Оказывается, если ты хочешь изменить свою жизнь к лучшему, кто-то тебе должен заплатить. А почему? Тебе же это нужно. Ты же хочешь изменить свою жизнь, ты же хочешь жить лучше. Твои дети голодные. Значит, ты должен колотиться, а не кто-то тебе за это должен заплатить деньги. Это же очевидно. Вот, собственно, революция должна пройти в сознание людей. Если вы хотите перемен, если вы хотите лучше жить, вы просто должны сделать шаг, действовать. Не говорить, эй, ты давай прилети сюда, давай с нами. У кого жизнь плохая? Кому надо ее изменить? Вам. И поэтому до тех пор, пока вы это не осознаете и не выйдете на улицу вместе с миллионами таких же бедных людей, которые не могут найти работу, не могут найти место в этой своей стране, в своей, я хочу сказать, в своей стране, не в чужой, до тех пор никаких перемен не будет, никакой революции не будет. И никто деньги раздавать не будет за то, что вам, чтобы стало лучше. Это будет смешно, сосед вам будет деньги раздавать за то, что вы накормили своих же детей. Это же дико, правильно?